настоящее время гагаузы... От турецкого ига так называемые задунайские переселенцы нашли значительно лучшие условия жизни. Они основали большие поселения в почти безлюдной тогда плодородной буджакской степи. Вид гагаузского села Джалтай. Многие русские ученые глубоко интересовались новым поселением Бессарабии. Среди них особенно выделяется Валентин Александрович Машков, который в 1895 году собрал в гагаузских селах обширные этнографические и фольклорные материалы. В советское время изучение гагаузов продолжили известный тюрколог Дмитриев, академик Державин и другие исследователи. Летом 1950 года в Чедерлунгском районе Молдавской ССР работала экспедиция Восточного факультета Ленинградского университета. Участники экспедиции изучают быт гагаузов, их экономику, язык, национальную культуру. После установления советской власти в гагаузских селах произошли огромные изменения. Навсегда уходят в прошлые черты старого быта гагаузов. В селах встречаются еще дома старого типа, крытые камышом. Но все чаще можно видеть новые светлые дома под черепичными крышами. Двор обнесен или деревянной изгородью, или невысоким, сложенным из камня забором, верхняя часть которого обмазывается глиной. Во дворе непременно имеется погреб, маза. Для кухни обычно строилось отдельное помещение возле дома. Гагаузы едят за маленьким круглым столом. Он называется сафра. В домашнем хозяйстве гагаузов, издавна занимавшихся разведением овец, большое место уделялось обработке шерсти. Гагаузские женщины отличаются высоким мастерством в ткацком деле. Стены комнат гагаузского дома украшены яркими коврами, искусными вышивками. Thank you.
8. Носили и антере, куртку, также украшенную тесьмой. В свободное время старики собираются, чтобы поговорить о жизни в прежние времена и в наши дни. Раньше жизнь крестьянина гагауза проходила в тяжелом подневольном труде, плоды которого почти целиком доставались кулакам и помещикам. Молотьба, харман, велась она при помощи каменного катка и доски с кремнями для резки соломы. Зерно просеивали через большое решето, колбур. Все сельскохозяйственные процессы производились самым примитивным образом. Но вот в Бессарабии наступили светлые счастливые дни. Их принесли гагаузам великий русский народ, советская власть. В 1948 году в гагаузских районах успешно завершено колхозное строительство. Освобожденный народ впервые познал радость дружного, свободного колхозного вдохновенного труда. На колхозных полях появились различные сложные сельскохозяйственные машины, тракторы, комбайны. Здесь уже немало высококвалифицированных трактористов, комбайнеров. В передовой тракторной бригаде Чедерлунгской МТС работают три брата – Илья, Александр и Петр, по фамилии Гагауз. Гагаузы не только управляют сложными машинами, но сами отлично их и монтируют, и подготавливают к полевым работам. С величайшим подъемом и воодушевлением гагаузы овладевают методами коллективного социалистического труда. С новыми веселыми песнями вышла молодежь на уборку урожая. Впереди идут комсомольцы. Множатся ряды комсомольцев в гагаузских колхозах. Активисты собрались на районный семинар. Наступила пора уборки подсолнуха. Комсомолка, бригадир Вера Монастырлы, проводит собрание на полевом стане. Поставка семечка, да, нас так, тесто плыло. Весь комсомольцы лязым, гостерили мне решение, земните. Она говорит о роли комсомольцев в досрочном завершении уборочных работ. Дружно принялась за дело молодежная бригада колхоза имени Кирова. В гагаузских колхозах успешно внедряется новый способ уборки подсолнуха с помощью комбайна. Харлампи Орменджи, работая на самоходном комбайне, уже в августе намного перевыполнил годовую норму. Комбайнер Сава Лазарев также дает высокие показатели в труде. Комбайнер Лазарев получил аванс на заработанные трудодни. Его жена и дети радостно встречают колхозную машину, нагруженную зерном. И не только семья гордится таким работником. Весь колхоз уважает товарища Орманджи, Лазарева и других своих передовиков. С колхозных полей собран обильный урожай. Колхозники привезли зерно в село Тирасполь на государственную мельницу. Меняется облик бессарабских степей. В районах, ранее постоянно страдавших от засухи, за последние годы созданы большие водоемы. Ура!
1937 году колхозники села Гайдары под руководством районного комитета партии соорудили искусственное озеро площадью 60 гектар. Теперь в изобилии водится зеркальный карп. Ежедневно производится подкормка рыбы. Внимание уделяется и свиноводству. В колхозе имени Кутузова будет построен хорошо оборудованный свинарник. Гагаузские женщины, забитые и отсталые в недавнем прошлом, становятся теперь активными участницами социалистического строительства. Более 600 гагаузок и болгарок съехалось на районное собрание, чтобы обсудить очередные вопросы колхозной жизни. Выступает делегатка болгарского колхоза имени Ленина, товарищ Попурова. В своих выступлениях делегатки гагаузских колхозов делятся опытом работы. Председатель женсовета колхоза «Комсомолец» товарищ Койчева говорит: «Нам нужно работать еще лучше, еще дружнее. Будем выращивать новые сельскохозяйственные культуры и добиваться высоких урожаев». Совсем недавно на полях гагаузских колхозов появился хлопчатник. Среди колхозников уже имеются хорошие хлопководы. Поврежденные листья хлопчатника аккуратно обрывают. Этим достигается повышение качества хлопка. Широко раскинулись колхозные виноградники. Сбор винограда начался в первых числах сентября. Первые тонны снятого винограда отправлены на винзавод. В настоящее время успешно развивается винодельческая промышленность. Работа на винном заводе в селе Чедерлунга. После трудовой недели гагаузская молодежь собирается обычно на традиционное народное гуляние, называемое хоро. Любимым развлечением гагаузов являются народные танцы. Танцы изменилось. В хоровод одна за другой входят девушки, и образуется общий круг. Обычно на хоро парни знакомятся с девушками. Девушки дарят им цветы в знак внимания. Здесь нередко ведутся разговоры и о будущей свадьбе. Свадьбу играют после окончания уборочных работ. Это праздник для всего села.
христианские и более древние свадебные обряды. Но теперь они носят уже не ритуальный, а скорее развлекательный характер. Жених со своими родителями встречает гостей, которых возглавляет дружка, называемый у гагаузов деверем. Происходит традиционное угощение вином из специальной деревянной фляги чотры. Сначала вино подносит матери жениха, затем угощается и сам жених. Наконец наступает время проводов невесты в дом ее будущего мужа. Этот момент гагаузской свадьбы сопровождается танцем свекра и свекрови, во время которого они три раза обходят вокруг жениха и невесты. Гости в это время стараются вымазать землей родителей жениха, что ранее означало пожелание счастливого продолжения рода. Свекор со свекровью подносит молодым хлеб с медом и красное вино. Жених и невеста проезжают по селу в нарядно убранной повозке. На том же поле, где происходит хоро, теперь оживленно проходят спортивные соревнования. Спортом гагаузы начали заниматься только при советской власти. Победители на районной спартакиаде получают грамоты и призы. В селах идет большое культурное строительство. Создаются новые школы, больницы, клубы, библиотеки. Гагаузы получили возможность знакомиться с лучшими произведениями литературы на русском и молдавском языках. Заведующая районной библиотекой гагаузска Елена Семеновна Генова проводит беседы с читателями, подбирает литературу, интересующую колхозную молодежь. Среди гагаузов растут кадры новой советской интеллигенции. Студенты ветеринарной школы только что удачно сдали экзамены. Свыше 30 учителей гагаузов съехалось на районную конференцию, посвященную началу учебного года. Учитель Чедерлунгской средней школы Денис Николаевич Танасогла организовал прекрасный коллектив детской художественной самодеятельности. Танасогла — поэт и композитор. Он пишет песни, переводит на гагаузский язык тексты советских песен, басни Крылова. Советской стране говорит в своих стихах гагауз-коммунист Чакир.